Всем здорово! Сегодня у нас трудовой день. День прошел, в принципе, но он не закончен. Едем забирать инструмент. Сгорела у нас циркулярка. Нужно в ремонт ее сдавать. Ремонт займет какое-то время. Нам некогда этот... Ну, возможно, месяц у нас, если в Йогурте сдать побыстрее, конечно, там, но все равно надо отвезти, отдать, дать время. То есть ждать некогда, мы заказали новую, едем собирать. Опять же, какую-то бытовую покажем потом, какую. Никаких там суперпрофессиональных инструментов мы не берем. Наша, ну, я не скажу, что дорогая, такая... Циркулярка, циркулярная пила такая ручная, лягушка. Отработала 4 года, сейчас сдохла. Отдадим в ремонт, не знаю, сколько будет стоить это. Но если еще сколько-то послужит, дай бог. Вместо того, чтобы сесть за стол вечером после работки, время уже 6 вечера доходит, выпить чарочку вина, мы едем в славный город Катинбург за нашим инструментом. Вчера мы ездили, забрали свою посылку, заказ, короче, наш станок. Встречайте в студию Вася. Вот такого мы взяли монстра. Пила дисковая, 1600 ватт. Диск на, что там, на 19. Интерскольчики, вы нам на телефон хоть по 100 рублей закиньте. Ваш аппарат как бы вроде рекламируем, вроде я никогда не хочу рекламировать ничьи аппараты. Но просто так получилось. Не хвастаемся, никому не рекомендуем. Сами своей головой живите. Мы купили, у нас такая сейчас обстоятельство, купили. По характеристикам нам подходит, короче. Посмотрим, сколько выживет. То есть я не говорю, что именно покупать этот аппарат, что он хороший. Или там другие говно, или что. Просто мы купили вот Interscope. Все. Ни хороший, ни плохой, я ничего говорить не буду. Нам нужен он для работы в данный момент. Поэтому решайте вы сами. Ну а фирма Interscope все-таки по сотке нам на телефон, по сотне хотя бы закиньте. Ну за в целях рекламы так. За каждый это, как инструмент. А? Ну да, там потом договор подпишем, это... контракт, там вся фигня. Так, цену говорить ничего не будем, просто сейчас покажем, что за Васич у нас. Диск. Супер дисковод. Да, взяли помощней, потому что приходится, блин, большие пропилы делать, там всякие длинные, большие, чтобы был мотор помощнее на 1600 ватт. Тут всякие причиндалы. Да. Убирай коробку, все это. Не ложь. Смотрим, что там у нас есть. Линейка. Ну, линейка, ключи. Они получаются. Все равно набор стандартный у всех, плюс-минус там. Нежечка. Ну, яйца жарить или носки стирать, что-то все равно. Нам она не нужна. Мы носки не стираем, но мы, они когда стоят в углу уже и пахнуть уже даже перестают, когда до такой степени засохнут, мы их просто выкидываем. Все, коробку долой. Так, ну-ка, давай вот так посмотрим, что у нас тут есть. Защитный кожух есть, ну как бы он и должен быть. Дальше. Там что-то написано было, что подключение, хороший выдув вот этот, или как он называется, подключение этого можно, пылесоса походу там было, в прямом резе, то есть при 90 градусах 65 миллиметров, то есть полтинник там и 60 можно. Экспериментальный подход. 45 градусов, когда глубина пропила написано, 45 миллиметров пропилят. Ну неплохо. Вот регулировка, это что у нас, под 45 градусов. Фиксатор убрали. Провод заявлен 4 метра. Да, кстати. Провод сейчас. Да?
провод. Это уже подзадубел. А, ну да, вот эти провода мне не нравятся. Чем нравятся, вот там типа на Маките, потом у нас еще на каких-то, на Боше был. Там такой резиновый хороший провод. Мы, короче, провода этот... И пошел, да? Давай-давай, вали-вали. Интересно. Ну, то, что длинное, это плюс. 4 метра написано, да, по-моему, было? Ну, наверное, где-то так около этого и есть. Давай. День, да? Нам-то что особо там? Так, примерно показываем. Но нам, мы же не рекламируем, не обзор такой. Нам по херямбах, короче. Че? Покойчиком 4 метра. Ну, 4 Ну, длинный, главное, интересно. Единственное, пластмассовый он, да, не резиновый. Был бы он, блин, лучше, дороже на 200 рублей этот аппарат, но резина хорошая. Потому что это если где-то на улице зимой, там, в минус. Сейчас уже даже сейчас на улице минус 5. Минус 6 сегодня, но такой не очень. Будет минус 10, мне кажется, он все. Ну, вот такой вот этот чпок подтянули. Не знаю, удобно, нет такой клавиши пользоваться. Включен? А что ты включил? Я тут показываю, пальцами я везде лежу. Вот это что за пипиш было? Я даже... Это фиксатор? Что-то... А, это линейку зажимать, все понял. Линейка отсюда вставляется и зажимается. Тут 0 это при нулевом, при 90 градусах 45. Это линия, где вести по 45, когда пилится. Это фиксатор, скорее всего, когда диск снимать. Ну и это глубина пропила, скорее всего. Регулируется глубина пропила. Да. Глубина. Ну и все. Смотри, еще такая. Сделано сзади. Чтобы диск не зажимало. Ну да. Не поджимало, сделано. Руками не лезь, да, то он включен, ты нажмешь. Без ногтей останусь. Ну. У нее у этой пилы есть так называемый плавный пуск, или как он. Нажимаешь, он начинает вращаться, короче, из плавных оборотов. Не сразу на максимум, а плавно. Пил, смотрим. Ну и все. Сейчас полетит. Что идем делать? Все звенит, бремчит, конечно. Так, ну да. Ну, короче, пилит. Вроде так этот. Ничего. Ну, легко, спокойно, что доску подкинет. Вот такой вот у нас инструмент новый. Не знаю, может в комментариях там писать начинать, засирать, что мы дебилы там, херню куда купили. Может этот. Я его никому не рекламирую. Также я ничего плохого про него не могу сказать. Я не скрываю, у нас интерсколовский инструмент есть, и там довольно-таки перфоратор даже есть, и дрель, и шуруповерты, и мы работаем. Сейчас такой напряг, поэтому взяли такой. Так что уж не судите строго, от вас пальцы вверх, по крайней мере, хоть не на инструмент, но хоть на наши видосики пальчики-то вверх поставьте уж. Ну и, а интерсколовцам-то этот, вы нам по статыге-то не забудьте нам на телефон закинуть хоть, ё-моё, бля. Все, подписывайтесь на ВКонтакте, у нас ссылка под этим, под видосиком. Там форум типа у нас, какой-то мини-форум, строительный что ли. Обсуждение туда-сюда, что, кого там. Все, мы давай будем работать уже, можно, да? Ну, все, давайте. Вы идите там телевизор посмотрите какой-нибудь, или видосики раньше какие-нибудь наши. Вот здесь вот сейчас появятся. Бэм, бэм. Пока.